едешь куда-то. Вот, ну, у вас намечаются гастроли по Казахстану, впервые в вашей, так сказать, истории. Вот, ну и как вы вообще к этому относитесь, что вам вообще знаете про это? Мы уже прям, мы же все нетерпение. У нас дело в том, что у нас есть один очень-очень замечательный друг, который изначально был, когда еще был прям молодой, молодой совсем, он начинал прям вот как очень-очень оголтелый поклонник. Потом он переехал учиться в Питер. Он был из Алматы, да. Он мутил всякие движи, он собрал 1000 или 2000 человек, какие-то подписи, чтобы там мы приезжали, чтобы наконец-то состоялось. И сейчас он в Питере, он такой, ребят, ну наконец-то, я, говорит, даже ради этого сам домой вернусь, ну, со студенческого контента, чтобы это уже лицезреть. Я знаю две вещи про Казахстан. Фильм «Борат», если не обижайтесь, если фильм «Игла». Фильм «Игла», я хочу, кстати, если мы приедем, посмотреть на то место, где вот стоит корабль, вот там он стоит еще. Обязательно надо съездить, очень интересно, мне кажется. До скорой встречи, ребята. Давайте, ребята. Будет жарко. Там в Казахстане всегда жарко, будет еще жарче. Системы ты не нужный хлам. Один шаг влево и узнаешь сам вкус первой крови из разбитых губ. Добро пожаловать в бойцовский клуб. Yeah! Немного правил, но ты должен знать. Yeah! Не задавать вопросов и не лгать. Yeah! Когда ты здесь, ты принимаешь бой. Yeah! Делишь за право быть самим собой. Yeah! Не отступай назад. Сожми кулак и бей, пока не абсолютно прав. Власть — это кролик, если ты удав. Настало время сбросить лишний жир. Нам нужно мыло, чтобы очистить мир. У революции